сила искусства. Автор Ая, с автора Дорада, читает Кэт Вилд. Глава 99. Порядком поднарезвившись в воде, особенно отличилась женская половина коллектива, они снова пошли переодеваться для вечерней программы. Бар, как и бассейн, Тюмин снял только для них в этом отеле. В ресторане еще были какие-то люди, но там можно было просто поужинать, приведя себя в порядок. За столом вести себя прилично было несложно. Но Тимин уже был на веселе, поэтому все больше шутил, дразнил как Оми, как кошку дергал за усы. Улыбался всем и сразу, а когда они наконец добрались до того самого бара, где, как оказалось, не было даже бармена, все что угодно они могли наливать себе сами, то прильнул к Тэхёну под звуки джаза. «Потанцуешь со мной». Какоми тем временем заняла место за стойкой и предлагала Астрид какой-нибудь очень вкусный слабоалкогольный коктейль. Сара устроилась на высоком стуле, любила она эти барные стулья, а ее ноги в разрезе длинного платья казались бесконечными. Техен обнял Чимина и медленно повел в танце потомную и печальную мелодию, прикрыв глаза. «Что бы ни происходило в моей жизни», я хочу, чтобы ты был всегда, тихо сказал он. Я запомню твой тост и твои слова. Всегда, Чемини. О, я теперь живу через улицу от тебя. Это практически в одном доме, мурлыкнул тот, обнимая крепче. Всегда ты, Астрита Мастрит оценила коктейль, и когда мелодия сменилась, затормошила отца. «Ну, ты собираешься просто сидеть на этом очень удобном стуле. Давай танцевать. Саджун хохотнул, подхватил дочь, все еще не понимая, когда она так выросла, и закружил в танце. Признаться ему, хотелось потанцевать со всеми девушками в этом баре. Какоми подозвала к себе Тихиона с Чимином, перекрикивая музыку, и выставила им, да и себе тоже, сразу по три шота текилы. «Хватит пить шампанское! Это несерьезно!» — усмехнулась она. «Ого! Это вызов!» — Чимин изогнул бровь. Ну, держись. Ты хочешь меня споить, девчонка? Изумился Тихен. Главное, не предлагай мне слизывать соль с чемина. Он хохотнул, глядя на батарею напитков. Ох, и ждут их утром больные головы. И не предлагаю, фыркнула девушка. С меня можешь, это же традиция. И высыпала соль прямо к себе в ладошку. Вот это мы с тобой влипли, Тэхёна!» засмеялся Чимин, но потянулся за первой стопкой. — Вы только сейчас это поняли? — хмыкнула Сара откуда-то слева, напоминая сторожевую птицу на жердочке. — Да, она тоже следила за порядком, вновь поглядывая в сторону Саджуна. Так смотрят только очень взрослые женщины. Не надо ей было все-таки увлекаться коктейлем, что намешала сестра. Правда, когда мужчина сам взглянул на нее, Сара тут же отвернулась. Лишь только ее идеальная кара колыхнулась, поймав и отразив блеск кружащегося под потолком диска шара. Почему традиция? он всячески старался оттянуть момент перехода к крепкому алкоголю. Но отсалютовал своей стопкой, а прокинул ее в себя. И ткнулся губами в ладошку Кокоми. — Потому что у тебя мальчишник, дурачок! — хихикнул-то от щекотки, но руку не убрала. — ну, страшное дело, этот мальчишник, пробормотал Тэхён. Я же так очень скоро перестану его помнить. Затем качнул головой и протянул Саре руку. Потанцуем. Совсем не хочу напиться слишком быстро, но эту парочку мне не остановить. так же это прекрасно, удивленно откликнулась Кокоми. Проснешься завтра неизвестно где, неизвестно с кем. Очень хороший мальчишник. «Ой, не слушай ее!» Сара взяла Тихена за руку и позволила вывести себя на свободное место в баре. «Конечно, он проснется со мной», — добавил Чиминтоном, не терпящим возражений. А потом замахнул в себя вторую стопку текилы и с горящими глазами уставился на Кокоми. «Чтобы какая-то девчонка его перепила!» «Ну уж нет!» Тихон любил танцевать. А Сара еще и умела это делать. Она вообще была очень грациозная, как девушка. «А сколько лет твоему брату?» — вдруг спросила она во время танца. «Тридцать семь». Откликнулся Тихион и посмотрел на нее пристальнее. Он довольно рано женился и обзавелся дочерью. «А что?» «Когда Чимин сказал, что с нами будет твой названный старший брат с почти взрослой дочерью», «Я как-то иначе себе его представляла», — ответила Сара, вновь взглянув в сторону Саджуны и Астрид. «Она такая светленькая. Ее я такой и представляла, наверное». «Семья ее матери из Швеции. Астрид в нее пошла». То есть он нежно глянул на племянницу. «А как ты представляла Саджуна?» «Старше?» — как-то вопросительно прозвучал ответ. Хотя по вам, людям с азиатскими корнями, часто сложно определить возраст. Он еще и в хорошей форме себя держит. Бегает по утрам. Техен заулыбался и вдруг мягко спросил. «Не обижай его, хорошо?» «Что?» — Сара распахнула глаза в удивлении. И от этого на секунду так стало похоже на сестру. «Ну, ты бываешь рисковато на словам. Тэхион словно извинялся за свои речи. «Саджон очень заботливый. Если ты почувствуешь, что он перегибает с опекой, не кусайся». «Ты так говоришь, как будто скоро наша свадьба, а не твоя». Она опомнилась и закатила глаза, а потом вдруг добавила. «Я, наверное, слишком молода для него». «Подожди». Тэхион чуть шага не сбился. «Он тебе нравится?» Я этого не говорила, пробурчала Сара, вот именно так резко и сильнее вцепилась в его плечо. Гам, точно. Ты не говорила. После развода с матерью Астрид у него не было долговременных отношений. Ну это так. Лишняя для тебя информация, да? Сколько времени прошло? Тут же спросила Сара. Двенадцать лет он закружил ее и поймал обратно продолжая разговор очень тихо это долго как-то печально получилось мне бы хотелось с ним пообщаться и видно как не просто дались ей эти слова но ну, действительно хотелось же подожди до конца мелодии организую смену партнеров ласково пообещал тихон если Саджуна сомневался в его местности пригласить девушку на танец, то не тогда, когда она уже была на танцполе, а Тэхён буквально из рук у него увёл свою любимую племянницу. Поэтому он со всей возможной галантностью предложил саре руку. Позволишь? Девушка кивнула, вложив в его ладонь свою. Наверное, она доверяла Тэхёну. Уже доверяла, ведь с ним танцевала совсем легко, не боялась показаться недостаточно изящной. Но в близости с мужчиной, который приглянулся, это было сложнее. И слова, которые она хотела бы сказать, как-то разбежались, стоило его руке оказаться у нее на талии. Стоило посмотреть в его глубокие глаза. Каких-то связных слов не осталось, только слегка резкий выдох и взмах ресниц. Нет, не кокетливый. Это как Оми умела кокетничать. Все лучшее себе забрала та близняшка. И кокетство, и общительность, и мягкость, когда нужно, и обаяние. Сара же была прямая, иногда даже слишком. Да и Саджун не был первым мужчиной, который привлек ее внимание. Но почему-то только перед ним она растерялась. Ему хватило того взмаха, не трепетное крыло бабочки, а сильные птичьи крылья чтобы едва не сбиться. И он едва ощутимо крепче прижал девушку к себе, словно досадуя на самого себя. Астрид в восторге от знакомства с вами и сестрой. Хотела сказать, как Сара великолепна в вечернем платье. Ну, Саджун тоже растерял слова, слишком давно не говорил комплиментов. Может быть, вы вдвоем зайдете в гости при случае? Я, мы, «Да, зайдем». Слова все-таки нашлись, хотя тут же показались немного странными. «Вы тоже можете к нам заходить. Может быть, это не традиционный брак, но мы ведь теперь одна семья». Астрид мне тоже очень понравилось. «А вы? Ты?» Сара так решительно взглянула на Саджуна, что сама удивилась. «Хорошо танцуешь». «А готовлю еще лучше», — от неожиданности ляпнул тот и чуть не прикусил себе язык. — Я имел в виду, у меня небольшой ресторанчик. С удовольствием покормлю тебя, если ты придешь. И ты тоже прекрасно танцуешь. Это довольно суровый критик в отношении еды. Сара улыбнулась совсем чуть-чуть, но говорить было легче. Особенно в части рыбных блюд. Но я приду. Мы. Я. «Буду ждать», — Саджун ответил на ее улыбку своей легкой и нежной. Астрид чуть шею не вывихнула, оборачиваясь на отца. «Да перестань ты его смущать», — прошептал Тихен. «Дай ему потанцевать с красивой девушкой». «Ну, она же только немного старше меня», — лепетала Астрид, вновь оборачиваясь вслед проплывающей мимо пари. Тихен вздохнул и из за руку увел ее с танцпола и вообще из бара. Дай-ка я тебе кое-что расскажу. Начал он, обнимая племянницу за плечи. Когда через четверть часа они вернулись, Саджон и Сара все еще танцевали в центре зала. А Чимин что-то очень долго рассказывал Кокоме, пока она его на танцпол не вытащила. А там закружила с ним со словами. что что-то так скучно, как на похоронах». «Ты, Хёна, — взмолился Чемин, протягивая к нему руки, — идите к нам, «Иди!» — подтолкнула его Астрид. «А я пока чего-нибудь выпью». «Только не мою текилу!» — успел сказать напоследок Тэхён, как оказался вытащен на танцпол. Взял в одну руку ладонь Чимина, а во вторую — Кокоми. Втроем они устроили целое представление — артистичные, грациозные и легкие. Эта девушка тоже отлично танцевала. Веселиться она и правда умела — но когда Чемин вернулся за стойку, то с пьяну попутал стопки, дотянувшись до новой не своей. Ух ты мелкая! Только остатки трезвости помогли ему сдерживать крепкое слово, когда вместо текила из стопки девушки он выпил воду. Сама воду пьет, а меня текила спаивает Вот это да! Тэхён, ты это видел? Она просто бестия! Какоми заливалась так, что даже злиться на нее было долго нельзя. «Коварство моей младшей сестры не знает границ», — с гордостью сказала Сара. «А ты только это сейчас понял?» — Тыхион тоже зафырчал весело. «Что она так и а та еще бестия?» «Коми, ай-яй-яй!» Но убедительно пожурить девушку у него не получалось. Слишком уж смешным было возмущение Чемина. Вот так два счета провела агента бюро, продолжал тот, а потом вдруг опасно прищурился. «А ну иди сюда, я тебя сейчас насильно и напою!» И бегали они, как угорелые, по всему бару, чуть стулья не перевернув, с хохотом, чемин за девушкой-то от него. Каком пряталась то за Тихиона, то за сестру, то даже за Саджуна, но весело точно было всем пока Тэхён не поймал Чимина, приземлив его на свое колено и не велел. «Отдышись!» «Какой ужас!» Чимин был весь взъерошенный, пьяный, но ужасный довольный. «Я ее даже поймать не смог!» «Бегать больше не надо», — подтвердил Тэхён, хохотнув. «Нам обоим!» Потом они снова танцевали. Чимин перетанцевал со всеми, даже с Аджуном, но с Тэхёном больше всех. С ним он и остался, когда выпивка уже просто не лезла, а глаза сами собой закрывались. «Я тебя так люблю», — говорил Чемин, еле-еле повиснув на нем. «Мужчина свое слово держит», — подразнила Кокоми. «Напился просто в усмерть». Ну, «Вот что мы наделали?» Тахион и сам к концу был сильно не трезв, но до Чемину ему было далеко. «Ты в номер дойдешь, душа моя?» Я ж тебя не донесу. — Да иду, — важно заявил тот, но на ногах едва держался. Саджон засмеялся, просто перебросил его через плечо и понес наверх. — Дамы, — Тихон приподнял воображаемую шляпу, — позвольте откланяться. Люблю вас всех. Он послал сестрам воздушный поцелуй, подхватил под руку Астрид и проводил ее в номер. А потом пошел проверять, как там Чемин устроился и не нужна ли ему помощь. Я еще побуду в баре, сказал ему Саджон, когда они столкнулись в дверях. Хорошо, кивнул Тихион, заходя в их с Чемином номер. Родственную душу надо было раздеть, по возможности умыть и уложить спать. Тимин не сопротивлялся, но что-то бормотал про чудовищное женское коварство, правда очень бессвязно. И не только про него, про то, как он любит Тэхёна, тоже много раз проговорил, попытался, и про то, как на его свадьбе будет вести себя прилично, тоже, и еще что-то про Юнги, как же без его любимого супруга. Когда Саджун вернулся в бар, Сара там была уже одна. Какоми заявила, что устала и пошла к себе, а эта девушка решила допить свой несчастный коктейль включила музыку совсем негромко и устроилась за стойкой. Если так подумать, это был идеальный вариант, чтобы они пообщались в пустом баре после бурного веселья. Какоми тоже ушла. Саджун сел напротив, пододвинул несколько бутылок, смешивая себе коктейль. — Я не помешаю? — Ну, конечно, нет, — ответила Сара, скорее обрадовавшись его появлению. Моя сестра слишком умаялась, «Такое тоже случается. А мне пока не хочется отдыхать. Как там Тимин?» «Наверное, уже спит», — фыркнул Саджун. «Укатали парня». Он смешал в шейкере какую-то странную смесь и перелил в высокий бокал. «То за красивые глаза, красивые леди. Будет слишком банальным, да?» — со смешком спросил он. «Никогда не был хорош в таких вещах» а за годы и старые навыки растерял. Неплохой тост, пусть и немного банальный, — отозвалась Сара, приподняв свой бокал. — Можно слишком личный вопрос? — Ну, конечно. Саджун кивнул ей и отпил немного. — Можешь задавать любые вопросы. — Как так получилось, что такой симпатичный мужчина и растерял свои навыки? — Не пойми меня неправильно, Просто я не впервые в жизни встречаю человека, который очень хорош с собой, явно не глуп, у него хорошая работа, а на сердце никого. Я просто хочу понять, почему у тебя так вышло. Но если это слишком, можешь не отвечать. Обстановка этого бара только к таким разговорам и располагала. Не скажу за всех мужчин, но о себе могу ответить. Саджон этот вопрос не смутил, он не звучал пустым любопытством. Я воспитывал дочь один и очень боялся привести в дом женщину, которой Астрид привяжется, а та нас бросит. Не хотел причинять ей боль. Такую, которой мы были бы нужны вдвоем, я не встретил. А потом и перестал искать. Нам так было неплохо. О, спасибо. — Я поняла твой ответ, — кивнула девушка. — Знаешь, Чонгук, он просил нас принимать все, что связано с Тэхеном, всех, кто с ним связан. — Но я и не думала, что это будет так легко для меня. Я обычно ужасно недоверчива к людям и не могу их принимать слишком быстро. — Он Тихен очень хороший парень. Саджун улыбнулся почти с той же нежностью, что говорил о дочери. «Он легкий, но мудрый. Он может казаться легкомысленным лоботрясом, но это поверхностное впечатление. Я рад, что они вместе. Мне нравится Чунгук. Они подходят друг к другу, чувствуют друг друга». Он легонько коснулся кончиков ее пальцев. «Значит ли твои слова, что с нами, со мной тебе тоже легко?» Немного сложнее, чем с Тэхёном. Улыбка тронула девичьи губы, а потом и глаза. Перед ним мне не хочется краснеть, но и взгляд от тебя отвести сложнее. Саджон невесомо огладил ее ладонь и убрал руку. Я буду надеяться, что со временем ты перестанешь краснеть, а взгляд твой мне очень приятен. Тэхён появился было на пороге, но, увидев два силуэта, в полутьме Бара отступил, прикрывая дверь. Он не собирался им мешать. Можно и просто одному посидеть на улицу, не посмотреть на небо, прежде чем ложиться спать. Тимин жался к нему всю ночь, стоило Тэхёну лечь в постель. С утра его предсказуемо шатало. Голова раскалывалась, воды и таблеток пришлось выпить много, а на заказанный завтрак Чемин даже смотреть не мог. Все, больше я так не пью, прохрипел он. Не мальчик уже. И посмотрел на Тихиона осторожно. Я же вчера хорошо себя вел. Вообще не помню, как мы в номере оказались. Это зависит от того, что ты понимаешь под хорошо. Тихион не мог удержаться, чтобы не подразнить друга. Что? Что я сделал? Заморгал Чимин почти испуганно. О чем мне нельзя было рассказывать Юнги? О том, как ты преследовал девушку по всему бару, драматично предположил Тихен. О том, как мы танцевали втроем. О том, как я тебя принес в номер на руках. Даже не я. Но главное, Чимине, не рассказывай ему, как мы продули партию в гольф. Это точно позор. Как я продул тебе в теннис. Этот Очемин помнил. Погоди, а кто меня принес в номер на руках, если не ты? Тихон рассмеялся. Ну, «Я бы тебя уронил на третьей же ступеньке». «Нет, высокий красавец внес тебя в этот номер, опустил на кровать». Он сел и закусил губу, чтобы успокоиться и выдержать хоть какую-то серьезность. И ушел. Какой еще высокий красавец. Нахмурился Чимин, а потом обхватил друга за плечи, укладывая на постель. А «Ты научился плохому у девчонки, да?» Увидел, как весело меня дразнить? Ну, сейчас я тебе устрою. Ой, моя голова!» Треских движений по ней словно кувалдой стукнули. «Тише, тише!» он заботливо устроил его голову у себя на плече, пальцем и массируя затылок. «Адон тебя принес. Ничего ты вчера такого страшного не натворил. Выпил только больше обычного. Не волнуйся, Чемини!» Какой хороший человек, проурчал тот. Кстати, тебе понравилось, что мы организовали. У тебя еще сегодня массаж по расписанию, а потом поедем обратно. Только за руль сяду я, предупредил Тихен. Или Сара, надо уточнить, водит ли она. Мне очень понравилось. Отличный праздник получился, правда? Надо запомнить это место. Может, как-нибудь вернуться сюда на день рождения? Спасибо, Мини. Это правда было здорово. Я еще хотел тебе читать стихи, но какоме меня отговорила? Сказала, читай наедине, а в компании мы будем танцевать и веселиться, фыркнул тот, но устроился поудобнее, когда голова прижималась к Тихену. Было легче. Впрочем, ничего удивительного. С Тихеном все было легче. Можешь почитать мне сейчас, замурчал тот, перебирая его волосы. Сейчас я вообще ничего не вспомню. Только обрывками вздохнул Чимин ему в шею. Ну, я так рад, что тебе все понравилось. Мы должны просто так куда-нибудь выбираться все вместе и отдыхать. играть в теннис и в гольф. В него особенно. До сих пор я в шоке, как девчонки нас сделали. И в сауне посидеть, подхватил Тихен. Мы до нее даже не добрались вчера. «У нас с тобой сауна была на корте», — поспорил Чимин. «Я, наверное, там даже пару килограмм веса оставил». «Дай посмотрю», — Тихон цепко пощекотал его бок. «И правда. Но это был прекрасный матч. За него тебе особое спасибо. Я так не, не выкладываюсь даже в постели». «Знаю я, как ты в постели выкладываешься», — буркнул Чимин, перехватив его руки, — и вернул на свою несчастную похмельную голову. Но на корте для нас обоих это безопаснее. Еще вчера, особенно под алкоголем, Тьмин очень хотел Стехену еще раз глубоко поцеловать. Какой же мальчишник без поцелуя. Но сейчас даже с больной головой Чимин понимал, что на те же грабли он наступать не готов. Стехену можно было просто обниматься. Говорить ему ласковые слова. Танцевать и играть вместе, против друг друга или в одной команде. Это не доставляло им проблем, никому из них. И точно не было хуже, чем глубокие поцелуи. Их Тюмин решил оставить до приезда Юнги, и все подарить только ему, все до единого. он прикоснулся к его губам своими легко и почти целомудренно. — Я так сильно тебя люблю, — прошептал он. — Ты такой счастливый. У меня есть брат, родственная душа и возлюбленный. И так счастлив, что даже страшно. — Не бойся, мой тигренок, — ласково подразнил Чимин. — Ты достоин всего этого счастья, всех нас. И меня от тебя точно никто не отнимет. Никто и ничто не разорвет нашу связь. — Обещаешь? — тихо спросил Тихион и встрепенулся. — Извини, мне кажется, чем ближе торжество, тем больше я волнуюсь. Из-за чего угодно. Какой-то несвойственный мандраж. Да, я обещаю. Чемин сам зарылся в его волосы руками. Не переживай я с тобой. Мы отличная команда, справимся с любыми трудностями. Кроме гольфа. Глава сотая. Юнги позвонил каждому из приглашенных на праздник Чунгука и сообщил, во сколько их будет ждать спортивный самолет. Он сам встречал гостей уже в Айоминге. Заказ, над которым он работал, реставрация читального столика раннего неоклассицизма с расписанными вручную фарфоровыми вставками и обильной резьбой, оставивший в памяти Рококо, он отправил накануне и даже смог немного отдохнуть, чтобы не пугать друзей совсем уж изнеможденным видом. «Добро пожаловать в Джексон Холл!» — приветствовал их юнги, стоя прямо у трапа. Он так соскучился по людям за это время, что обнял за плечи каждого из спустившихся мужчин. Подчас его уединение длилось много дольше, но за это время, проведенное с Чимином и его друзьями в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Юнги на удивление приручился. У Чингука была с собой гитара в чехле, который он нес с какой-то гордостью. А у Намджуна большая сумка с вещами для них с Сакджином. «Вот это сервис! Чувствую себя звездой мирового уровня!» — широко улыбнулся Чунгук, похлопав Юнги по плечу. «План такой!» — тот проводил гостей к вместительному внедорожнику и сел за руль. «Сейчас добираемся до коттеджа, который я снял. Ужинаем и ложимся спать». А рано утром я вас поднимаю и показываю то, что вы не забудете до старости. Если кто-то из вас хочет поохотиться, скажите мне заранее. Рыбалка будет у нас под боком озера. Звучит отлично. С удовольствием посплю над удочкой. Откликнулся Сакджин, потирая глаза. Он сам отключился в самолете, едва сел и пристегнул ремень безопасности устроил голову на плече Намджуна и проснулся уже на посадке. «Я не очень хорошо стреляю», — заметил Чунгук, устроившись. «Но на охоту схожу с удовольствием. Тут ведь главное сам процесс. А на кого охотиться будем? А что за рыба в озере водится?» «Чунгук, ты прямо как наш сын», — усмехнулся Намджун, приобнимая Сакджина на заднем сиденье. «Спроси еще, что сегодня на ужин «И на каком этаже ты будешь спать?» Ой, я спрошу!» — улыбнулся тот, повернувшись. «Мне все так интересно!» Юнгер рассмеялся, выруливая от аэропорта. «В каком порядке отвечать?» «В озере преимущественно форель. Здесь какая-то местная, судак и окуни. Спальни выберите сами. На ужин... ой, это отдельная история. Коттедж сдает очаровательная супружеская пара, они то ли из Сингапура, то ли из Малайзии. Я так и не понял. Но когда я приехал за ключами и увидел, как они готовят, то прикупил у них продуктов. Так что можно побаловаться экзотикой. А охотиться можно на оленей, антилопы и даже на гризли. Как раз сезон открылся. Ну и птицы, само собой. Я сам периодически стреляю себе индюшку на ужин. А лицензия на охоту есть. Но независимо от результатов охоты, мясо для стейков имеется с запасом. На этот счет можете не волноваться. Еще вопрос. Завтра предпочтете на машине покататься или верхом? Можно и верхом, Сагжин прижмурился, уже предвкушая встречу с лошадьми. Коттедж стоял на берегу озера, и даже от него вид открывался прекрасный на горные пики и прозрачную водную гладь. Уединенные, но очень комфортные для отдыха. Выдержанные в стиле кантри с деревянными панелями, камином, до шелковистости отполированными перилами и очень большой современной кухней. В доме не было ничего лишнего. Он был просторным, спокойным и уютным. «Выбирайте себе спальни. Осматривайтесь, а я пока быстро приготовлю нам перекусить». — предложил Юнги. «Помощь нужна», — тут же вызвался Чунгук, едва только скинув вещи и перевязав хвост. Намджун повел Сакджина по дому, к спальне у них были особенные требования. А Сакджину, к тому же, надо было выглянуть из каждого окна, чтобы оценить вид. Он был не менее любопытным. «Если ты умеешь печь блинчики», — Юнги обернулся на Чунгука через плечо, Тесто у него было уже готово, сделал заранее и дал немного постоять, пока ездил в аэропорт. «Да что там уметь-то?» — улыбнулся тот, быстро вымыв руки. А занимаясь простым нехитрым делом, уточнил. «Ты вообще как? Как твои дела?» хм, «Так плохо выгляжу», — скрипучих хохотнул Юнги. «Да я спал часа по три в сутки, в лучшем случае все это время». Вчера закончился своим заказом по реставрации. Могу с чистой совестью ехать на твою свадьбу. — Как Чимин? — спросил самое важное. — Ну, -да по тебе видно, — не стал отрицать Чунгук, ловко справляясь со сковородой и тестом. — Уже почти все приготовили, осталось совсем немного. Провести этот праздник для всех и уехать с чистой совестью отдыхать. А Чимин, он в порядке, — но часто к нам приходит и остается на ночь. У него в гостевой спальне уже даже какая-то своя одежда есть. Такое ощущение, что один он быть не хочет. А ведь забавно. Так он говорил, что он всегда жил один и стремился к этому. Похоже, все поменялось. Он картину подкинул блин на сковородке, переворачивая его таким образом в воздухе. Напрасно, он так уток любит. Юнги усмехнулся. Канадские казарки ему больше подходят. Или попугай-неразлучники. Чует мое сердце, эта миграция с моим приездом не закончится. Так и будут ходить друг к другу. Да пусть ходят. Чингук заулыбался, перекидывая готовый блин на тарелку и занимаясь новым. Он тебе про мальчишник ты, он рассказывал? Я так смеялся. В общих чертах. Юнги выставлял на стол тарелки с креветкой, крабом, мясным фаршем и тушеными овощами, рубленной зеленью и еще с чем-то. Даже придумать, пытаться переиграть Кокоме. Да я с ней даже заговаривать лишний раз боюсь. Это лисица похлеще меня. Может, Тимин любит не только уток, но и лисиц, подразнил Чунгук. Ну, вообще, я рад, что девчонки так хорошо спелись. И с Чимином, и с Тихеном. Я даже не ожидал, что они подружатся. Может, и у тебя когда-нибудь получится. Но переиграть какое то это провальное мероприятие. Ты совершенно прав. Нам Джон с Акджином наконец спустились к ним, переодевшись. Чингук тоже было сменил одежду на более комфортную, когда закончил с блинчиками. Уселся за стол и буквально взглядом готов был «Все на нем сожрать!» Тимин просил нас не переживать за детей и даже не звонить, сказал нам Джун, когда они начали этот прекрасный ужин. «Спасибо, что пригласили нас сюда. Нам тоже полезно сменить обстановку». «Ты оценил картину Ханбина», — заулыбался Юнги, показывая, как есть блинчики. «Выложил в центр одного начинку из мяса и овощей» полил соусом и щедро присыпал содержимым остальных тарелок, после чего свернул рулетом и подал чунгуку. Выглядит странно, но соус Хойсин как-то объединяет все это. — проговорил Юнги, принимаясь за следующий блинчик. — О, я повесил ее у себя в кабинете, — ответил нам Джун на его улыбку, пытаясь повторить все те же действия с блинами и начинками. Боюсь себе представить, какое будущее ждет нашего парня. Но, ну, может, однажды он войдет в историю, как великий художник. А даже если не войдет, я все равно буду им гордиться. Уже горжусь. — А что там с моей картиной? — не унимался Чунгук. — Понимаю, что у тебя и без того дел по горло. Но я все еще жду того дня, когда ты мне ее отдашь. Пришлось пояснить, для двух других гостей, о чем речь, параллельно уменьшая стопку блинчиков с завидной скоростью. — Вот это еще попробуйте. Юнгис, похватившись, снял круглую крышку с большого блюда, где в пергаментных конвертиках был рис с начинкой внутри. — Будет тебе картина. Она у Чимина осталась. Вернусь и закончу. — О, рис в кокосовом молоке! — едва не застонал Сакджин. Я ничего похожего не ел много лет. Нам, Джун, попробуй немедленно. Очень вкусно, похвалил тот, когда послушался. Юнги, поделишься рецептом? На самом деле это фантазия на тему того, о чем мне Сак Джин как-то и рассказывал, признался Юнге. Только помнится, это надо заворачивать в банановые листья. Но как-то с ними не повезло. Он засмеялся, глядя на довольные лица друзей. Ну, начинка из омлета с устрицей. А юнги, что это? О, Сагджин получал истинное удовольствие. Ты да, верно угадал, тот кивнул. Я приехал утром, просто готовил все подряд, чтобы успокоить нервы после сложной работы. На самом деле все это очень просто. Все дело в специях. А мы пить будем? Хорош хозяин даже не предложил. Конечно, будем! Но сначала съедим все это, — отозвался Чунгук. Да, с Тэхёном вся еда была вкуснее, но, как оказалось, в компании друзей тоже неплоха. Когда они устроились с бокалами после еды, Намджун ласково обнимал Сакджина, сидя с ним на диване. А в процессе беседы вдруг спросил. «А как вы вообще познакомились друг с другом? Вы все?» «Сакджин Хюн, «Можно я скажу?» — попросила Юнге, растянувшись на ковре в гостиной. «А то ты начнешь рассказывать, как к вам в галерею пришел впечатлительный мальчик, и я умру от смущения». «Но, собственно, там никакой истории. Я зашел в галерею и познакомился с владельцами. Потом пришел еще и еще. Я, конечно, больше времени с Хасоком проводил, но Сак Джин Хюн поил меня таким вкусным чаем с булочками» что я себя чувствовал буквально как на английском чаепитии. Он заулыбался, как мальчишка. «Ты выглядел так, мой дорогой, что тебя хотелось срочно накормить», — Сакджин засмеялся. «И все еще хочется». А Чингуку я помог пару раз с некоторыми химическими вопросами. «Мы же тогда делали цветное стекло, да?» Юнги повернулся к главному лицу вечеринки. «Ага» подтвердил тот. «Но много лет мы держали дистанцию, общались друг с другом исключительно на «вы», пока не выяснили, что парни, которые нас выбрали, ну или которых выбрали мы, страшно дружны между собой». И тогда я подумал, а какого черта я не могу подружиться с Юнги? Нам будет что обсудить, помимо стекол. И засмеялся. «А меня ты чаем не поил», — ласково подразнил нам Джон Сакджина. «Хотя ты сделал для меня гораздо больше в нашу первую встречу и привлек я его еще ближе». «Меня он чаем тоже не поил», — фыркнул Чонгук со своего кресла. «Там скорее я пытался его напоить чем-то покрепче чая. Помнишь, Сакджин?» «Как же не помнить? Между прочим, у тебя получилось». Тот улыбнулся и опустил голову нам Джону на плечо. Тот вечер-то был совершенно неотразим. Я согласился на один бокал, а выпил... Сколько я тогда выпил? Я уже и не вспомню. Но когда ты отрубился прямо у меня на полу... Я даже не знал, что с тобой делать, — хохотнул Чунгук. А с утра проснулся таким свежим, будто я и не пил ни капли. Я тогда подумал, Ничего себе, я тоже хочу такое умение. Ну, вообще, посидели мы тогда хорошо. Юнги, а во сколько завтра подъем? Так как поедем, верхом или на машине, уточнил тот. На машине за час дамчимся. Давайте верхом. На машине еще наездимся. Ну, тогда не позже шести, чтобы заехать за лошадьми и часам одиннадцати быть на месте. Ну тогда допиваем и идем спать, постановил нам Джун. Не хотелось, чтобы кто-то из них завтра клевал носом и пропустил всю красоту местной природы. А завтра вечером я вас всех заставлю очень много пить, чтобы вы не вспомнили о том, как я ужасно играю на гитаре и пою. Усмехнулся Чунгук. Ты неплохо поешь, возразил Сакджин. Я помню, ты пел тогда. Ты был пьян. Отмахнулся Чунгук и снова рассмеялся. И я тоже. Трезвом я вообще никогда не пою. Хорошо, я запомнил. Это было приятно, заспорил Цагджин. Под их разговора Юнги уснул первым, там же на ковре не допив. Прикрыл на минутку глаза и провалился куда-то в туман. Выматывающие недели дали о себе знать, и телу и разуму требовался отдых. Вряд ли он помнил, как Чунгук донес его до постели в первую попавшую комнату, потому что даже не проснулся. Потренировавшись в небезозвестных агентах, Чунгук раздел спящего и уложил под одеяло, не разбудив и этими манипуляциями. Прикрыл за собой дверь, пожелал нам Джону с Сакжином спокойной ночи, а сам не лег, пока все не убрал со стола. Тоже был хозяйственный и куда деваться. Я безумно люблю наших детей. Ну, какое же это удовольствие лечь спать без пижамы, не опасаясь, что придется вставать ночью, и никто не придет будить утром, — признался Сакджин, прижимаясь в постели к Намджуну всем великолепием ногого тела. Мне не хватало этого чувства. — Мы можем устраивать себе это почаще, — отозвался тот, оглаживая его бедро теплой ладонью. — И не обязательно так далеко лететь достаточно снять себе номер в отеле. А из Чемина отличная нянька. Он проследит за детьми с удовольствием. У меня дом пустует. Зачем нам отель? Снова заулыбался Сакджин. Юнги сегодня побаловал. Давно я не ел такой еды. И зачем ты спросил о нашем знакомстве? Я вспомнил знакомство с Чунгуком и засмущался. Тогда назначу тебе как-нибудь свидание в твоем старом доме. Дресс-код никакой одежды, заулыбался. Нам Джон, пока его рука уже не просто гладила, а ласкала Сагджина. Я просто спросил. Мне было интересно, ничего такого я не подразумевал. Что тебя так смутило? Этот длинноволосый наглец пытался тебя не только напоить, но и соблазнить. Ну, «Я проспорил ему поцелуй, признался Сагджин пока его ладони тоже пустились в путешествие по торсу Намджуна. А втором попросил его сам. Но после мы перешли к уважительно приятельским отношениям. Не волнуйся. Он даже не думал начинать волноваться. Сагджина прогудел Намджун над его ухом, ласковый и дразнящей одновременно. И неважно, с кем ты целовался до меня. Главное, что после только со мной. Только с тобой, милый, подтвердил тот. «Я хочу всю жизнь провести с тобой». Уснули они далеко не сразу. Как можно было просто спать с обнаженным любимым человеком в одной постели, как минимум не поцеловав его везде? Проснулся Сагджин первым. Выбрался из постели, укрыл нам Джона поплотнее, утром было свежо, и, надев таки пижаму, спустился вниз. Набор продуктов, запасенных юнги, в холодильнике впечатлял. И Сакджин занялся завтраком для всех. Чингук спустился к нему раньше остальных. Иногда он вставал очень рано, а иногда наоборот, хотя какого-то режима придерживаться было полезно. «Вкусно пахнет», — заулыбался он, подсушивая волосы полотенцем. Даже принял душ перед тем, как выйти на кухню. «А юнги с нам Джоном еще дрыхнут?» «Пока да», Сакджин поставил перед ним чашку с кофе. «Доброе утро! Завтрак сразу или разбудим всех?» М -м, «Пусть поспят еще немного». Чунгук благодарно кивнул. «Особенно Юнги. Ему надо выспаться, а то приедет на свадьбу в этом своем костюме зомби. И все решат, что я никого, кроме него, не предупредил, что у нас костюмированный праздник. А еще испугаются». «Выглядит он ужасно», я бы его из спальни не выпускал неделю, чтобы отсыпался. Согласился Сакджин, сев напротив со своей чашкой. Я слышал, что он хочет перебраться в Сан-Франциско. Надеюсь, Чемин за ним присмотрит. «Хм, еще пристальней, чем за вашими детьми. Чунгук рассмеялся. Знаешь, я очень рад. За вас, с нам Джуном. Вы очень гармонично вместе смотритесь. Да и дети. У вас есть дети. Это потрясающе. — Спасибо, — просто ответил тот. — Он именно тот, кого я искал, кого я ждал. Он для меня такой идеальный, что иногда я просыпаюсь и в страхе веду рукой по кровати, боясь, что я его просто себе выдумал. Я тоже очень рад за тебя. И ты, Хёна. — Ой, я тоже его вижу, — снова смеялся Чунгук. — Нам Джуна в смысле? Он очень реален, не переживай. А Тэхёна я, наверное, даже не искал. Для меня все люди были более-менее одинаковыми, кто для бизнеса, кто для постели, кто для разговоров. Пусть и не по душам, но когда я встретил Тэхёна, все начало меняться. Мне больше не хочется относиться к людям только потребительски. Я начал переживать за них, за их чувства и все такое. Я сам стал стремиться к людям, понимаешь? Встретил ты а с ним нашел тебя. Цагджун кивнул, он очень хорошо это понимал. Когда я вернулся из Италии, пришел к Чимину. С благодарностью и встретил там тебя. Я был изумлен. Мы столько лет знакомы. Мы вели вместе дела, иногда встречались за беседой. Но я никогда до этого не видел тебя таким свободным. Это было радостно». Это вообще был очень радостный день для меня. Увидеть тебя таким и услышать, что Юнги жив. Я горевал по нему на самом деле, не только по его таланту. Его, как и тебя, раньше очень хотелось вытащить на свет из корлупы. Может, поэтому я называю его своей родственной душой. Чунгук отпил из чашки, глаза его сияли благодарностью. Мы прошли в чем-то похожий путь. Пусть мы и разные. Все люди разные. Но всем нам нужна любовь. Нужно, чтобы отогрелось сердце. Сагджун улыбнулся ему и встал. Пойду в душ. А потом распужу нам Джуна, если он сам не встанет к этому времени. А я допью кофе и загляну к Юнги, решил Чунгук. В конце концов, можем поехать и на машине, если захочет еще поспать. Ну, вдруг расстроится, что мы его не разбудили. Помыв за собой чашку, он заглянул в комнату, где вчера оставил спящего. Не стал устраивать ему жесткое пробуждение и раскрывать шторы, но принес новую чашку кофе. Поставил на столик, чуть приоткрыл створку окна, чтобы ветерок и свежий воздух гнали аромат напитка прямо в постель. А потом еще и гитару принес. Когда юнги вообще так нежно будили струнным перебором? Тот сначала заулыбался во сне, потом зашевелился и открыл, наконец, глаза. — Я думал, это моя задача — позаботиться о тебе и гостях, — хрипло сказал он. А выходит наоборот. Он потянулся всем телом. — Вообще не помню, как я лег. — Я тебя уложил, — отозвался Чунгук, мелодично перебирая струны. — и чего обо мне заботиться, я же не маленький. Вполне справляюсь сам. Кофе на столе на часах половины седьмого. На кухне уже есть завтрак. Сакджин постарался. Выйдем попозже, не страшно. Индюшки и рыбы никуда не убегут. И пусть он не пел, а только играл. Голос его сейчас звучал как-то особенно приятно. Вот ты обо мне позаботился. И мне от этого очень хорошо. Юнги улыбнулся непривычно мягкое. «Не зря ты на себя наговаривал. Играешь ты чудесно!» Он заставил себя откинуть одеяло. «Индюшки с рыбы никуда не денутся. Но если солнце поднимется слишком высоко, мы не увидим самую красоту. Надо вставать. Спасибо, Чунгук!» «Это одна из нескольких мелодий, которые я хорошо играю. Будь готов слушать ее весь вечер!» усмехнулся тот. Жду тебя на кухне. Пока сам оденусь, кстати, заплетешь мне косы на свадьбу, Тихину очень понравились. С удовольствием, прошелестел Юнги и уточнил, с удовольствием послушаю весь вечер, и с удовольствием заплету. It must have been love, but it's always...